Профи-центр для выпускников вузов открыли в областном центре занятости. Молодым людям там обещают предоставить помощь в трудоустройстве и выборе профессии, а также активировать собственные усилия для решения личных проблем. На открытии побывали наши корреспонденты. Ленточку перерезают представители ректоратов ведущих запорожских вузов и директор областного центра занятости. В профи-центре молодежь обещают научить технологиям поиска работы, стратегии поведения с работодателями и алгоритму построения собственной карьеры. Я считаю, что дело это нужно, особенно, ну, тем более для студентов, которые недавно только выпустились. И я вот посетил этот центр, и я весьма доволен. То есть вот тут нас пригласили на тренинг, и сейчас проводится тренинг, и, ну, весьма интересно. То есть общение с людьми. Мы сидим в неформальной обстановке, общаемся, сейчас будем играть в какую-то игру даже. Ну, пока очень хорошее впечатление. Я не вижу себя на какой-то конкретной работе. Я думаю, что будущее страны, оно все-таки за каким-то бизнесом, у нас все-таки капитализм. Поэтому, если все люди будут стараться развивать страну в целом, а не только работать на работе, чтобы получать деньги, то, я думаю, будет лучше для всех. Мне хотелось бы, чтобы, конечно, этот профи-центр работал на Украину, на Запорожье, на Запорожскую область, а не готовил кадры для той же Германии. Поэтому вот взаимодействие центра, областного центра занятости, взаимодействие с центрами содействия трудоустройству, которые существуют в каждом высшем учебном заведении, наверное, будут способствовать поиску новых возможностей для молодежи. Для тех, кто только выбирает будущую специальность, есть профориентационный класс. На видеокассетах, записанных в 2003-м, краткий экскурс в профессию. Есть даже фильм о ремонтниках механических часов. Но для студентов и выпускников вузов уже другой уровень – тренинги и составление резюме. Мы будем вместе с работодателями и ректорами, вы увидели их сегодняшнюю готовность, находить им место для стажировки во время их учебы, чтобы они уже во время учебы могли оценить и свои возможности, и свои реальные планы на будущее. То есть это будет соединение теории с практикой. Сейчас 42% всех, кто состоит на учете в областном центре занятости, молодые люди до 35 лет. Тысяча из них – вчерашние выпускники вузов. Рассчитывают, профи-центр поможет им найти работу, соответствующую уровню знаний и специальности.